Леш, как больше привык, Макар или Мэк? И в каких случаях Мэк, а в каких Макар? Не имеет значения. Не все имеет? Зависит, да, абсолютно. Да? Ну, все понятно. Как у ребят. Да? Как? А, такой вопрос. Было очень острое начало, и если бы при этом остром начале был гол забит, совсем по-другому прошла сегодня игра? Ну, немножко, конечно, да, потому что белорусам надо было вперед бежать, отыгрываться. Мы могли воспользоваться контратакой больше. Прежний футбол, когда первый забивает, всегда, конечно, легче в команде. Так лучше. Ну, не просто, но чуть-чуть еще дожать. Ну, хорошо, удачи, счастливо, спасибо. Спасибо.